Здравствуйте. На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Заявление председателя Национального совета Западной Армении Арменака Абраамяна. Двойное землетрясение в Ванском районе Западной Армении. Арман Татоян отправил руководству ЕС видеозапись разговоров президента Азербайджана и первой леди Турции. Папа Франциск вспомнил свой визит в Армению и выразил обеспокоенность по поводу арцахского конфликта. Адам Шиф в США должны занять жесткую позицию в отношении Азербайджана. Турецкое общество запугано Северским договором. Боксер Артур Базаян стал чемпионом Европы. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, как президент Национального совета Западной Армении, я посещаю Армению и Арцах в рамках учебной миссии для молодых призывников, которые, пережив 44 дня геноцидной агрессии, в результате которой погибли 6 тысяч человек и около 10 тысяч были ранены, страдают от посттравматического шока войны и нуждаются в специальной поддержке, чтобы они смогли справляться с физическими и психологическими ранами в своей повседневной жизни. Им нужна специальная поддержка, чтобы они могли справляться с часто непреодолимыми физическими и психологическими травмами в своей повседневной жизни, особенно когда основные причины травм неизвестны. Я хотел бы вернуться к вопросу об уважении международного права в связи с выступлением господина Мариани, который в апреле этого года говорил об армянской территории Арцаха в следующих выражениях. Это спорные земли, которые, согласно международному праву, являются азербайджанскими. Французский народ напрямую обеспокоен будущим нашего любимого региона. Поддержание качества нашей жизни, безопасность наших семей, занятость и обучение, здоровье, а также наша культура и уважение к нашей истории являются основой нашего наследия и, следовательно, нашего общества. Это общество, которое по праву участвовало в формировании международного права после Первой мировой войны, которое защищал выдающийся председатель Совета министров Франции с 1917 по 1920 год, а также депутат от Вара, а затем сенатор господин Жорж Клемансо. А именно это международное право я защищаю, сохраняю и отстаиваю право подписания Северского договора Франции в 1920 году и его применение, а не советское законодательство 1921 года, которое не имеет никакого отношения к международному праву и которое привело к войнам и геноцидам, приведшей к расчленению Армении, признанной в 1920 году. Как получилось, что после 70 лет холодной войны член парламента Франции сегодня выступает за сталинское и советское законодательство и одобряет такие образования, как Азербайджан и Турция, поддерживаемые ордами такфиристов, истребляющих коренное армянское население в 2020 году? Заявление полностью доступно на нашем сайте. Согласно заявлению Управления по борьбе со стихийными бедствиями, два отдельных землетрясения с магнитудой 4 и 2,6 балла произошли в провинции Ван в Западной Армении. Землетрясение зарегистрировано в Тушпинском районе. Сообщалось, что эпицентр находился на глубине 6,8 километра над земной поверхностью. Уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян в дополнительных письмах высшему руководству Евросоюза направил видеозапись разговора президента Азербайджана и первой леди Турции о заложниках-армянах. Об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я в дополнительных письмах отправил высшему руководству Евросоюза неоспоримые доказательства разговора между президентом Азербайджана и первой леди Турции. Первое – президенту Европейского совета, второе – президенту Европейской комиссии, третье – верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности. Видео является доказательством того, что все пленные с армянской стороны находятся в Азербайджане в качестве заложников для политического торга и торговли. Поэтому все процессы над пленными ложны, а аресты – запрещенное наказание. Письма показывают, как власти Азербайджана вводят в заблуждение международное сообщество, в том числе и Европейский союз. В письмах поднимался вопрос о немедленном возвращении армянских пленных в качестве обязательного международного требования, подлежащего безоговорочному выполнению, написал Арман Татоян. Папа Франциск выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися конфликтами в мире, в том числе в Палестине, Сирии и на Кавказе, сообщает vaticannews.va. Обращаясь к членам религиозной организации РОАКО, которая оказывает помощь восточно-католическим церквям, в Ватикане в четверг его святейшество напомнило о своем визите в Армению в 2016 году и о том, как его святейшество Горигин II посетил Армению. Вместе с католикосом всех армян его святейшество Горигин II выпустил голубей в небо, как пожелание миру всему Кавказскому региону. Тогда это просто заняло наше внимание. И, следовательно, я благодарю вас за внимание, которое вы уделяете Грузии и Армении, чтобы католическая община могла и дальше быть признаком евангельской жизни и ее стимулом, заключил Франциск. Продолжающиеся нарушения прав человека со стороны Азербайджана после конфликта в Арцахе недопустимы. Об этом написал конгрессмен США Адам Шиф, передает panorama.am. Преследование военнопленных является грубым нарушением международных конвенций и еще одним свидетельством грубого пренебрежения Азербайджаном прав человека и международного права.
Поскольку мы продолжаем работать над немедленным освобождением армянских военнопленных, Соединенные Штаты должны ввести жесткие санкции против Азербайджана, положив конец резолюции 907, которая разрешила США военную помощь режиму Баку. «Мы не должны позволять Азербайджану безнаказанно нарушать права человека и международные нормы», — написал он, имея в виду уголовное преследование армянских военнопленных в Баку. У турецкого общества нет смелости обсуждать армянский вопрос. Геноцид против армян, который должен иметь особое значение для каждого социального слоя в Турции. Честно говоря, мы не будем отрицать, что моральная основа жесткого обращения с Турцией взята со страниц полных печали и слез армянского народа. Танер Акчам подчеркивает, что эта ситуация лежит в основе идентичности турецкого народа. Реальность такова, что Турция была создана, разрушив Западную Армению посредством геноцида. Так объяснил эту реальность видный деятель из числа руководителей Турецкой Республики. К сожалению, турецкое общество не может найти в себе силы стереть это черное пятно со лба. Какое наказание извлечет из этого турецкое государство, застрявшее в глотке преступлений? Какой урок извлечет из этого, становится проблемой Запада? Статья полностью доступна на нашем сайте. Артур Базен, ученик детско-юношеской спортивной школы имени Владимира Янгибаряна весом 56 кг, победил всех соперников и встал на высшую ступеньку пьедестала почета. Последний в финале нокаутировал Адама Брайана Гесса из Ирландии. Во втором раунде после сильных ударов армянского спортсмена рефери дважды останавливал бой и открывал счет. И если в первом случае ирландскому сопернику удавалось продолжить бой, во втором случае рефери остановил его. Западная Армения поздравляет нашего юного спортсмена и желает ему новых побед. Далее для вас музыкальная группа «Ганзасар» в память о Мовсесе Горгисяне. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.